Уже сегодня могут прекратиться грузоперевозки между Россией и Польшей. Закончило действовать соответствующее международное соглашение, а новое заключить пока не удалось. Варшаву не устраивает система контроля, которую установила Москва, чтобы пресечь серые схемы. Минтранс направил польским властям несколько предложений, но все они были отвергнуты. В ситуации разбирался Алексей Кручинин. Грузовикам тут не место. Международное разрешение, по которым российские дальнобойщики въезжали в Польшу, а польские в нашу страну, сегодня закончились. О том, сколько выдавать новых, Россия и Польша пока не договорились. Саботировали переговоры поляки. Польская сторона отказывается давать конкретные предложения в части обмена разрешениями на текущий год в ответ на российские предложения, требуя в ультимативном порядке изменения по отношению к польским перевозчикам федерального закона номер 362 и нормативных актов, принятых Министерством транспорта России для его реализации. Что же так не устраивает польских чиновников в российском законе? Новая жесткая система контроля и штрафов. Количество разрешений, а значит иностранных перевозчиков, которые могут доставлять груз в Россию, всегда было лимитировано. Но раньше польские дальнобойщики, приезжая к нам, по сути, игнорировали эту квоту. Штрафы за езду без разрешений были копеечными. Заплатил 1500 рублей и едешь с грузом дальше. В то время как к российским водителям поблажек в Евросоюзе никто не делал. Только видят российские номера, транспортники, сразу иди сюда и давай за все подряд. Найдут, короче, за что. Штрафы большие? Ну, разные. От 100 евро до 1000 евро. Теперь в России для иностранных перевозчиков штрафы за нарушения тоже станут ощутимыми. До 400 тысяч рублей. Еще один удар закон наносит по серым схемам импорта. Пользуясь льготным двусторонним режимом грузоперевозок между двумя странами, поляки ввозили в Россию товары из Евросоюза, выдавая их за свои. Естественно, при такой нечестной игре российские фирмы-перевозчики проигрывали в борьбе за европейский товар. Несправедливо, они хотят забрать у России как бы грузы, сами хотят возить. Куда ни кинься, везде поляки. На таможню приедешь в Россию, и то больше сейчас поляков, чем российских машин стоит. Теперь поляки требуют специально для них уменьшить штрафы и увеличить квоты на разрешения. По некоторым данным, до 100 тысяч в год. А нашу долю при этом снизить до 20 тысяч. То есть, по сути, отменить те нормы российского законодательства, которые защищают интересы отечественных перевозчиков. Прослеживается явное желание польской стороны нарастить перевозки грузов в или из третьих стран и сохранить доминирование на рынке двухсторонних перевозок с Россией. Польша, как транзитное государство, использует свое географическое положение в качестве инструмента давления на российскую сторону для получения дополнительного количества российских разрешений на перевозки грузов в или из третьих стран в целях увеличения своей доли и вытеснения с рынка российских перевозчиков. Еще Польша предлагает считать все грузы одинаковыми, грузами единой Европы, обращая внимание, что они из третьих стран. Граница Польши и Белоруссии. Эта трасса, по сути, самая короткая дорога между Варшавой и Москвой. Большая часть грузового транзита из России в Евросоюз и обратно проходит именно через пункт пропуска Козловичи. Но сегодня какого-то коллапса, ажиотажа здесь, серьезного изменения в работе пограничных и таможенных органов мы не наблюдаем. Нет даже больших очередей с той или другой стороны. Российские дальнобойщики, пока не решен вопрос с квотами, ищут новые маршруты для экспорта в Европу. Например, через Литву или паромами по Балтике. Но, говорят, налаженные бизнес-схемы все равно пострадают. А вы-то как будете товары привозить в Европу? Клиентура, опять же, уйдет, которая была, заказчики. Теперь возить будет нечего. В перевозках между Польшей и Россией доля поляков превышает 70%. То есть они все же рискуют потерять больше, чем наши компании. Очередной раунд переговоров должен состояться уже сегодня. Алексей Кручинин и Сергей Панасюк. Первый канал.